Слава Господу, дорогая церковь! Хочется вас приветствовать, поздравить также с этим замечательным, светлым праздником Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это величайшее событие, которое навсегда изменило жизнь на этой земле и дало надежду и будущность для уже миллионов людей. И я благодарен Господу, что и я стал, благодаря вот этому приходу Господа нашего в этот мир, спасенным человеком, и множество здесь сидящих, в том числе братьев и сестер, мы обрели жизнь вечную благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Мы с братьями возвращались из Пинска, с субботы там находились, там была подростковая конференция. Знаете, большая радость видеть подростков. Я хочу сказать вам, Церковь Спасения, большая радость видеть деток, которые находятся у нас за спиной, и практически нету места. Я хочу сказать, что в вашей церкви есть будущность, потому что в этой церкви есть дети, которые славят Господа, которые с ранних лет проповедуют уже Слово Божие и очень назидательно проповедуют. Я хочу очень краткую мысль такую, рождественскую сказать и немножко засвидетельствовать. Это известное место Евангелия от Луки, 2 глава. Мы читаем с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающая слава Вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение. Аминь. Вот это чудесное явление Божьей славы, вот это чудесное явление славы Господней, которое сияло их, многочисленное воинство небесное, которое начало славить Бога, петь, оно, конечно же, не могло не затронуть сердца пастухов, которые просто не ожидали это. Они содержали ночную стражу у стада своего и делали это не раз. И вдруг сверхъестественным образом они соприкоснулись с чем-то очень великим, прекрасным, что возвещалось прямо с небес в их сердца, в их жизни. Это была великая слава Господня. Но вы знаете, братья и сестры, на что я хочу обратить внимание? Я хочу обратить внимание на то, что написано перед этим. 6-7 стих. «Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». В этой истории мы видим две группы людей. Одна чуть-чуть побольше пастухи, и мы видим еще здесь семью, это семья Марии и Иосифа, которые ранее они согласились с волей Божьей для своей жизни. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это обычная женщина, которая согласилась с тем, что ей ранее было возвещено. Иосиф, который уже был обручен с Марией, он не сразу согласился и даже хотел тайно отпустить свою Марию, но ему также явился ангел во сне и сказал, чтобы он не боялся принять Марию свою, потому что в этом есть также воля Божья. Вот я хочу обратить внимание, что пастухи видят нечто прекрасное, они соприкасаются с великим пением, ангелы являются. А приход нашего Господа и для Марии, для ее мужа Иосифа,
Там не было чего-то, может быть, по-человечески такого сверхъестественного. Чего-то такого, что сегодня, знаете, людей очень сильно вдохновляет, радует. Иосиф пытался найти место для своей беременной жены, и у него это не получилось сделать, потому что им нигде не было места в гостинице. И прямо там, в хлеву, Мария, она родила Иисуса Христа, и не нашлось места, куда его как положить, спеленать, положить его в кормушку для животных, где кормились животные в ясли. Я скажу вам искренне, что если бы я организовывал приход вот этих вот песен, явления ангелов, то, скорее бы всего, я направил их не на поле. Я бы направил туда, где как раз-таки находился бы мой сын, там, где он был. Но в этом хлеву было достаточно просто. Там стояли животные, там не было чего-то такого. Мария позже будет слагать слова в сердце своем, потому что пастухи придут, и они будут рассказывать, что они слышали. Они в таких вот пережитых в очень эмоциях, потому что, представьте, их осияла слава Господня. Они услышали прекрасное небесное пение. Если мы иногда слышим свидетельства, кому открывался духовный мир, какие-то песни, еще что-то соприкасалось, люди это передают, это очень сильно трогает нашего сердца. Но в этот момент в их жизни этого не было. И я хочу сказать, братья и сестры, что христианство и следование за Господом, когда мы соглашаемся с Его волей, это не значит, что всегда вокруг нам будут петь песни, и всегда мы будем видеть то, что, может быть, нас очень сильно будет вдохновлять, радовать, и не будет каких-то трудностей. И если просто по человеческим меркам смотреть глазами человеческими, то можно поколебаться. Можно усомниться, потому что можно подумать, ну вот мы согласились с волей Божией. Представьте, где-то 170 километров им нужно было проделать с беременной женой, потому что как раз-таки в это время, ну можно было бы как-то чуть-чуть позже, может быть раньше, но именно в это время, когда вот-вот нужно родить Марии, нужно двигаться и преодолевать это расстояние, пойти записываться в каждый в тот город, в котором он был. Но даже через это неустройство, кажущееся земное, исполнялось то, что было предречено ранее, где должен был родиться Христос. И, знаете, 17 лет назад уже почти я пришел к Господу, спустя 2 года мы поженились с моей Викторией, я благодарен за мою спутницу жизни, Викторию. И мы приняли молодежное служение, которое нам было предложено в церкви нашей Вифании, нести труд, служение. Мы согласились с волей Божьей и искренне радовались. И, конечно, как любая молодая семья, мы хотели иметь детей. Знаете, наступила первая беременность, мы так радовались. Я всем в церкви рассказал, что мы ждем малыша. Сам ходил, радовался, но на маленьком сроке мы потеряли эту беременность. Потом прошло 1/2, и была 2-я беременность. И вы знаете, мы ее тоже потеряли на маленьком сроке. И когда была уже 3-я беременность, и, знаете, мы поехали туда на УЗИ, это уже был срок, почти 3 месяца, все было хорошо, и мы благодарили Бога, что жена моя вынашивает ребеночка. Я помню, я зашел с ней в больницу, моя жена зашла в кабинет, я ее ждал, с кем-то по телефону разговаривал и даже не ожидал того, с чем должен был столкнуться. Она вышла вся в слезах и протянула мне листик от врача и упала просто на меня. Я посмотрел листик, там было написано, что 2 плода, сердцебиение, прочерк. Знаете, так тяжело стало, я зашел к врачу и говорю: скажите, а что это значит? Она говорит: мы очень сожалеем. У вас была двойня, у вас развивались 2 деток, но эта беременность замерла. Знаете, ты выходишь с этой больницы, тяжело говорить,
Я скажу искренне, братья и сестры, мы старались жить по заповедям Господним, мы старались служить молодежи. Когда звали куда-то поехать посвидетельствовать, я всегда откликался. Как все люди, мы старались жить пред Господом, служить Ему. И я тогда сказал своей жене, что, знаешь, Виктория, я не знаю, почему это в нашей жизни происходит. И я думаю, что нам не нужно сейчас в этот момент задавать Богу вопросы, за что и почему. Даже если никогда в нашей жизни не будет детей, мы все равно будем служить Богу, потому что Он спас нас, и Он достоин того, чтобы мы Ему служили. И знаете, мы шли, и мы просто плакали по улице, молились Богу, доверялись Ему. Я работал тогда еще не в церкви, и на работе я всегда свидетельствовал о Христе. Большой коллектив, почти 50 человек. И у нас была такая комната, в которой мы обедали. И помню, там я на следующий день продолжал людям рассказывать о любящем Господе. И зашел один человек, все на складе знали, что у нас произошло. И зашел один человек, который противился Богу, и, наверное, сам не понимая, что даже это не он, а так враг через него действовал. Конечно, я любил этого человека в том числе. Он зашел и сказал: «Ну что вы слушаете? Он тут вам рассказывает о великом Боге. Я вижу, как кому-то Бог помогает». И он ударил в самое больное, намекнув на то, что мы потеряли детей. Знаете, возможно, отчасти я только почувствовал ту подавленность, которую чувствовал Иосиф. Возможно, когда они соглашались с волей Божией, может быть, они ожидали, что ну, везде все будет устроено, но поверьте, не все было везде устроено, им нужно было убегать в другую страну, чтобы спасти младенца. Они находились там, пока опять им не было дано откровение вернуться, много было трудностей. И я тогда сказал этому человеку, говорю: «Зря ты так говоришь. Мне, конечно, больно это слышать, но мой Бог, Он все равно любящий Бог. И мы все равно будем служить Ему. Я верю, что однажды придет и на нашу улицу праздник». И знаете, там была женщина, которая работала тоже с нами, неверующая женщина. Они 5 лет лечились, разное делали с мужем, и у нее ни одной беременности не было. И почему-то в этот момент я почувствовал побуждение посмотреть на эту женщину, ее звали Наташа, и говорю: «Наташа, в том числе и за твою семью мы будем в нашей церкви молиться, чтобы и вашей семье Господь дал малыша. Бог любящий Бог, Он любит всех людей». Знаете, а потом были дальше будни, были дальше служения Богу, на руках были бумаги, в которых были разные прогнозы. Знаете, я видел, как слава Господня сияла многих наших членов церкви, когда в последнее воскресенье месяца у нас традиция выносить малышей, молодые семьи выносят деток, благословляют. И мы всегда с женой стоялись и радовались, что в их семьях рождаются дети, но у нас еще не было. Но у нас был всегда Бог. Я сегодня хочу сказать, обратиться, братья и сестры, разные бывают моменты в нашей христианской жизни. У кого-то сегодня праздник, душа ликует, сердце радуется, потому что все Божьи ответы, казалось бы, вот-вот пришли в вашу жизнь, и вы увидели. Родился сын, родилась дочь, создалась семья, устройство в служении, новая хорошая работа. А у кого-то сегодня вот этот хлев, в котором нет ничего такого, может быть, особенного. Но знаете, я хочу вам напомнить один важный стих: «Христос в нас, упование славы». Знаете, мы согласились Его принять в свою жизнь, и написано, что имеющий Христа имеет жизнь вечную. И я хочу просто сказать, что не расстраивайтесь, когда, может быть, по-человечески, по каким-то земным таким меркам еще что-то в вашей жизни не происходит. Библия говорит нам об одних важных героях веры, оканчивая Евреи 11 главе. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пещерам,
терпя озлобления, недостатки. И все сии, свидетельствованные в вере, они не значат, что они неправильно верили или грех у них не был, но написано, просто Бог для них усмотрел нечто лучшее, и они даже не получили обещанного. И знаете, я просто даже не могу вспомнить, какой момент это произошло. Мы продолжали служить Богу. И моя жена опять забеременела. Конечно, мы переживали. И я помню, когда мы поехали опять на УЗИ, знаете, я был в посте, такое было сильное волнение, когда накануне 4 раза вот и такие вещи происходят. И моей жене не было видно монитора. А я увидел на мониторе мальчика, и он так ручкой еще потряс. «Папа, смотри, я скоро приду в этот мир». Знаете, сердце мое заликовало. Я врача спрашиваю, «Все хорошо?» Он говорит, «Да, все хорошо. У вас мальчик». И мы дальше ждали. Не с какой-то самоуверенностью. Когда на свадьбе, когда мы только женились, знаете, нас гости поздравляют, спрашивают, «Ну, что вы хотите? Что вы хотите?» И я встал такой деловой. До сих пор стыдно. Я говорю, как есть, да хвалится брат униженный высотой своей. 3 сыночка и дочка. Такой герой. И мне казалось, да что тут сложного? Жена есть, я муж, молодые. 3 сыночка, дочка. Самоуверенный ты такой, Женя. И знаете, я пересматривал эту кассету. И знаете, прошло время, и у нас рождается первый сын. Я помню, как я забирал его с роддома, как впервые взял на руки и заплакал. Пришел момент, когда слава Господне осенила и осияла и наш дом. Знаете, то, что не было этих песен там, в хлеву, это не значит, что их не было в небе. Это не... Я верю, что все небо ликовало, когда Сын Божий воплощался на эту землю. Спустя 3 года родился 2-й сыночек. Спустя еще 3 года 3-й сыночек. Спустя еще 3 года 4-й сыночек. И вот 14 декабря уходящего года 2020 родился 5-й наш сыночек. Сейчас дома такая кряхтушечка. И знаете, братья и сестры, я беру его на руки, и я хвалюсь не собой, не своей семьей. Я сегодня говорю о великом Боге, который сегодня приходит к своим детям. И даже здесь есть залы, которые понесли потери, которые сегодня проходят свое, но они дали место в сердце для Христа, и они любят Его. Они не идут на компромисс, не идут на грех, они сетуют на Сионе. И знаете, я хочу закончить и сказать такие слова. Но в жизни той Наташи, я уже тоже забыл это упустить, Бог благословил их спустя год беременность. И проходит еще чуть больше времени. Однажды она меня зовет, мы работали на складе, и она говорит, «Евгений, у меня есть одна просьба. Можно вас отвлечь от работы? А в чем дело?» Мой муж Олег приехал сюда на склад, но он приехал не один, он приехал с автокреслом и с нашей девочкой. Мне бы очень хотелось, чтобы вы здесь на складе совершили молитву за него, за моего ребенка. Знаете, я говорю, конечно, зав склада все это остановил, заходит Олег, и там я взял эту малышку, посмотрел на небо и сказал, «Бог, как ты прекрасен!» Дорогие дети Божьи, не расстраивайтесь, если по земным меркам что-то не так. Дорогая молодежь, не расстраивайтесь, если вы живете на съемной квартире, где-то на учебе, на 3-х, на 4-х, не хватает вам на какие-то вещи. Если на этой квартире есть молитвы, есть Господь, это самое главное. Будете идти за Ним, Бог благословит. Не расстраивайтесь, если у вас нету дорогого телефона в классе. Это не самое главное. Если Бог есть в сердце вашем, чистом, вы благословенные люди. И мне хочется просто сегодня помолиться.
воздать славу. Будет и в нашей жизни время, когда Бог совершит, что Он считает нужным. И более того, хочу сказать, не за одну семью мне приходилось молиться с женой, которые теряли деток или не имели. Знаете, как-то по-особому молишься за них. Ты не смотришь на них осуждающе, ты не пытаешься много им сказать, и просто молишься, просто просишь: «Господи, яви свою милость». Поэтому, братья и сестры, пришло то время, когда придут и мудрецы, а эта семья, они даже агнца не могли купить, не хватало средств. Тогда они две горлицы приобрели, потому что, ну, скромная была семья. Но принесется и золото позже, и поклонятся. Все это будет позже. И множество увидят еще и славы Божией, того, что будет Христос совершать. Давайте мы встанем и поблагодарим Господа. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя тебе, Господь. 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 Аллилуйя тебе, любящий Господь наш. Аллилуйя тебе, слава тебе, Господь. Ты Бог наш. Ты надежда наша. Ты упование наше, Господь. И на Тебя мы надеемся. На Тебя мы уповаем, Господь. Тебя мы чтим. Тебя мы благодарим. Тебя мы прославляем, драгоценный Господь. Аллилуйя Тебе. Отец Небесный, Господь наш и Бог наш, мы в этот час, мы воздаем Тебе хвалу и благодарность, что Ты пожертвовал Своим Сыном, и Он пришел не в царские палаты, не туда, где, Господи, все было устроено. Он пришел на эту землю с множеством скорбей, трудностей, лишений, проблем, вызовов. Он пришел ради нас и обнищал ради нас, Господь. И сегодня я благодарю Тебя за народ Твой, за церковь Твою, за детей Твоих, которые дали место Тебе, Господи, в своей жизни, открыв свои сердца, и Ты вселился в сердца народа Своего. Боже, я знаю, что в этом зале есть люди скорбящие, люди, которые сегодня проходят свое поприще, может быть, Господи, внутренне страдая, скорбя, и еще не видя, Господь, той великой славы, ответов на те молитвы, которые возносятся в тайне. Господь, дай не отчаяться в этих отчаянных обстоятельствах, дай не ослабеть, дай не оскудеть, дай держаться руки Твоей, Господь, и продолжать уповать и верить, Господь, что придет то время, и Ты проведешь, и не всегда так будет, Господь. Поэтому мы благодарим Тебя за это. Пусть Твой Дух утешающий действует и дальше в этом собрании, так, как Ты хочешь, так, как Ты желаешь. А мы благодарим Тебя за все. Аминь.